Поверуль лососевый. Красивые курочки. Удачное сочетание вообще красоты и пользы. И опять французская порода. Курочки-красотки. Курочки-красотки, вот с бородкой они у нас. Да, красавицы. Да, бородочки испачкали, потому что кормить их нужно, конечно, сухой пищей. А когда они едят что-нибудь вкусненькое со стола, бывает, им достается и всякая вкуснятина, кроме морковки и пророщенной пшенички. Еще всякие, да. И поэтому бородка пачкается, поэтому лучше, конечно, их курочек кормить сухим кормом. Будет у них борода, просто красота. Курочки пятипалые, ножки, лапки у них оперены. Благополучно переносят суровые зимы. Очень спокойная порода. Да, очень спокойно уживается со всеми породами. В данный момент у меня с ними еще и цесарка. Они ее приняли, или цесарь, не знаю, кто у меня там цесарей, которого выгнали из стада. К сожалению, эта порода тоже склонна к ожирению, и корм ей нужно давать дозированно. Вот уселись, скажи, да? Уселись. Да, какие красавицы. Курочки весят от 3 килограмм, петушки от 4. Очень вкусное мясо у них. Масса яйца 55-65 грамм, но яйцо просто как будто стандарт. Как будто это не курица несет, а штампуется оно из, да, с какой-нибудь, да-да-да-да-да, с какой-нибудь, не знаю, как даже назвать. В общем, яйцо очень все ровное. Нет такого яйца, чтобы оно было длинное, там какое-то корявое, все ровненькое-прировненькое. Яйценоскость 160 яиц в год. Вот яйцо фавероли, могу сказать, что вкусное. Очень вкусное яйцо по сравнению с какими-то другими. Поэтому эта порода мне вообще очень нравится. Тем, что они очень красивые, несутся стабильно. Нет проблем вообще с яйценоскостью. Мясо у них вкусное, сочное. Съедают они по норме где-то 150 грамм на одну голову. Вот единственное, что хочу сказать, особенность у фаверолей, если они подростки, они растут в стадии, если их много, и особенно если они еще и в каком-нибудь гареме, где много-много других птиц, растут очень плохо, поэтому нужно их как бы не сотнями выводить и выращивать. Ну, если площадь, не знаю, как может позволяет. У меня лично такой опыт. Если их много подращивается, то они хуже растут, чем остальная птица. А если они растут, да, нежатся, тогда они шикарно растут. Очень хорошая птица. Уселись и даже не шевелятся. Спокойная, прекрасная. Для меня это вообще очень хорошая птица. Независимо от того, что она несет 160 яиц в год, я, конечно, не считала количество яиц. Может быть, они несут и больше, может быть, и меньше. У каждого все свое по-своему. Ну, вот такие птички. Очень хорошие. Рекомендую. Я никогда не расстанусь с этой породой. Да, ну что вы, уселись, а?